Приветствую всех посетителей сайта Dota2.ru. С вами еженедельные новости. В сегодняшнем выпуске: список талантов TI7, новые HellRaisers и Cloud9, интервью с игроками, а также многое другое. На этой неделе наконец-то был объявлен список талантов, которые будут освещать для нас The International 2017. Многие инсайды подтвердились. Олег Куликов и Тоня Предка действительно станут интервьюерами, а Always Wanna Fly, Resolution и FNG пополнят список аналитиков. Турнир пропустят PGG, Maelstrom, Adequat и Foss. Многие любители Доты недовольны выбранными кастерами. В ответ на критику Тоня Предка написала, что ей неизвестно, почему пригласили именно ее. Полный список талантов вы найдете по ссылке в описании. На минувшей неделе прогремел еще один скандал, связанный с TI7. Он мало коснулся СНГ региона, а вот англоязычный Reddit был завален постами о дорогостоящей доставке товаров из Secret Shop. Valve извинились и временно закрыли Secret Shop до решения этой проблемы. Как всегда, перед турнирами от Valve именитые организации подписывают составы, попавшие на ивент. На минувшей неделе HellRaisers подписали Planet Dog, а Cloud9 — Team NP. Кстати, все нынешние игроки Cloud9 в разное время уже играли под этим тегом. Надеемся, в этот раз им повезет гораздо больше. Изменения коснулись и СНГ региона. BZZ и OneScore отправились на скамейку запасных Team Spirit. Если до закрытия трансферного окна им не удастся найти замену, то они снова вернутся в основу. Кстати, Бабока из IG, а также Inflame и Monet из LGD Forever Young получили американские визы. Будем рады видеть их на TI7. В ночь с субботы на воскресенье завершился 7-й сезон Dream League. В финале Team Liquid защитили свой чемпионский титул, одолев Planet Odd со счетом 3-2. Vega Squadron стали лишь четвертыми. Киберспортивный бренд Elite снимет серию фильмов о профессиональных игроках в Dota 2. Планируется 4 эпизода, в которых речь пойдет о командных буднях и жизненных драмах профессиональных игроков. В заключительных эпизодах нам покажут закулисья The International. Серии будут выходить с 4 по 25 августа. Ждем с нетерпением. На этой неделе ряд игроков пообщались с журналистами различных изданий. Густав С.Фо Магнусон в подкасте PPD рассказал о мете, идеальной команде и ожиданиях от TI7. Он отметил, что хочет играть с людьми, которые учатся на своих ошибках. Если в игре случается что-то плохое, переступите это и играйте дальше. Даже 10 секунд, потраченные на выяснение отношений, означают потерю концентрации и, возможно, смерть одного-двух героев, говорит он. С.Фо также отмечает, что для OG разочарованием будет не подняться выше топ-6, хотя и четвертое место его расстроит. Evil Geniuses также ответили на вопросы фанатов. Артизер рассказал, что думает о Доте 24/7. Крит отметил, что предпочел бы сыграть скорее против Virtus.pro, чем против OG, так как ВП они не проигрывали. Полную версию этого и других интервью ищите по ссылке в описании. Что ж, International все ближе. Не забудьте поставить прогнозы в компендиуме. Сделать верные предсказания поможет наш сайт Dota2.ru. Будьте в курсе главных новостей киберспорта вместе с нами.